Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на канале АЛЛАТРА ТВ в прямом эфире «6 рукопожатий. Созидательное общество». И с вами сегодня ведущие Арсений и Елизавета. А мы продолжаем наше путешествие по нашей огромной, необъятной, красивой стране. Из города в город узнаем у жителей городов, которые искренне любят свою страну и свои города, о культурах и традициях. И сегодня мы в прекрасной солнечной Уфе. А самое главное, что в этом проекте «6 рукопожатий» мы передаем идею о созидательном обществе. Это проект, который инициирован участниками международного общественного движения «АЛЛАТРА», и сейчас в его рамках в 180 странах мира люди узнают друг от друга, каким они видят общество счастливых людей, счастливых и свободных людей, и делятся своими пониманиями, каким бы они хотели видеть этот мир. Арсений, поделись, пожалуйста, что такое формат «6 рукопожатий»? Этот формат выбран не случайно. Согласно теории шести рукопожатий, все люди между собой связаны посредством цепочки из шести людей. Значит, так или иначе, все люди между собой знакомы. А значит, все люди могут узнать о созидательном обществе. Еще хотелось бы сказать, что у нас на эфире АЛЛАТРА ТВ есть много интересных передач. Если вы хотите поделиться ими со своими знакомыми и коллегами, вы можете их делиться именно на своих страничках в соцсетях с хэштегами «АЛЛАТРА Unites», «АЛЛАТРА» и «Созидательное общество». И у нас есть традиция, где телезрители сами выбирают тот город, который бы хотели посетить в следующем из наших прямых эфиров. И мы хотим предложить нашим зрителям сегодня выбрать из четырех прекрасных башкирских городов, и это Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и Бирск. Дорогие друзья, голосуйте за один из этих четырех городов, в который мы отправимся в следующем прямом эфире. А в этом эфире вы узнаете, почему же он называется Уфа Медовая, узнаете о национальных документах, о культуре и много интересного. А также мы с вами поговорим и с гостями о созидательном обществе. Я хочу представить наших сегодняшних гостей эфира. Это Юлия Аркадьевна. Добрый день. И Гульнара. Алмадустар. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе. Чем вы занимаетесь? Юлия Аркадьевна? Ну, я пенсионер. Ну, все время на пенсии практически не была. Очень люблю путешествовать, и поэтому основное мое – это духовный туризм. Мы путешествуем по разным городам, по разным удивительным местам, по источникам. И вот сейчас уже скоро откроется удивительный источник Аулия, и мы отправимся туда, за святой водой. Спасибо. Гульнара? Я коренная уфимка. Родилась здесь, выросла здесь. А по роду своей деятельности я занимаюсь бухгалтерией. Спасибо большое. Прежде чем мы с вами приступим, и прежде чем вы нам поведаете о своем городе, прекрасном Уфа, давайте посмотрим о нем небольшой видеоролик. Thank you.
спасибо большое. Такой красивый ролик и такая красивая Уфа. Я очень-очень люблю Уфу, была там несколько раз. И очень нежные тоже у меня чувства, связанные с Башкирией. А поведайте, пожалуйста, расскажите, что значит Башкортостан и почему у нас эфир называется «Уфа медовая». Ну, само слово «башкорт», оно состоит из двух слов. «Баш» — голова, и «корт» — пчела. Ну и, соответственно, именно пчеловодство, наверное, дало название, народности башкорт, и, соответственно, появился Башкортостан. Испокон веков башкиры, благодаря своей доблести, имели право на владение суверенными территориями, на территории Башкирии, и они всегда опирались на миролюбие. Но Башкирия ведь славится еще своей природой, многоликой, многогранной, и щедро делится своими дарами. А люди умело пользуются этими дарами, и вот как пример является бортничество. А бортничество — это возделывание меда в лесу, в дуплах деревьев, в диких условиях. Но это лесное пчеловодство. Вот эта борть, она устанавливается в дереве. А на одном дереве может находиться несколько бортей. И само вот это искусство, ремесло передается из поколения в поколение. И некоторым бортьям возраст некоторых составляет 300 лет. Что самое интересное, сбор этого меда происходит, человек проводит только наполовину, а половину оставляет пчелиной семье на зимовку. Вы знаете, мне кажется, это в первую очередь поддерживает гармонию и экосистему, потому что и пчела сохраняется, и ее популяция. Ну и также еще сохраняются популяции медведей, потому что это известные лакомки. И действительно, на самих деревьях есть следы медведей, потому что они именно сами достают этот мед. Да. Спасибо, Гульнар, очень здорово. Эта идея разумного употребления очень близка, такая гуманная, по-человечески. Еще, знаете, я живу в соседней Республики Татарстан, и о Башкирии знаю, если честно, поверхностно, и хотелось бы более глубже с ней познакомиться. Вот, Юлия Аркадьевна, вы сказали, что вы экскурсовод. Могли бы вы нам рассказать об интересных особенностях Уфы? Что-то такое, что может знать или красиво поведать именно житель Уфы? Ну, много лет я вообще коренная уфимка, так же, как Гульнара. Живу, родилась и живу в Уфе. И много лет, наблюдая, когда мы возвращаемся с вами или приезжаем на наш город, нашу столицу Башкортостана, нас встречает Салават Юлаев на коне на высоком берегу Ак-Идели. Наша Уфа омывается двумя реками. Кара-Идель, черная река, или Уфимка, и Ак-Идель, белая река. Соединяются эти две реки в одно русло, и вот на слиянии этих двух рек, как бы на полуострове, и построен наш город. Древний, ему более 400-летию был открыт памятник, монумент дружбы. Именно во знаменование дружбы. И вот уже тогда, в древности, еще 400 лет назад, даже больше 400 лет назад, люди объединялись и вместе строили этот город. Начинался он с небольшой крепости, а дальше расстраивался, причем расстраивался очень умно по генеральному проекту Весте. Еще один из памятников, если говорить о монументе дружбы, он изображен как меч, вложенный в ножны, что ознаменует добровольное присоединение Башкортостана, Башкирии к России. И были даны велительные грамоты Иваном Грозным именно нашему башкирскому народу. И тогда, ведя кочевой образ жизни, башкиры начинали оседать здесь. И вот эта оседлость и дала потом такие удивительные плоды, как бортничество, о котором говорила сегодня Гульнара. Но много парков, город очень зеленый. В центре города находится очень много лесных насаждений. Это не посадки, это натуральные леса, сохраненные нашими жителями.
и здесь парки, фонтаны. И мы очень чтим наш город. И я сказала, Салават Юлаеве – это один из наших башкирских героев. И, глядя на памятник, мы можем отметить, вообще это один из самых больших памятников в Европе, конных памятников, где изображен Салават Юлаев, подняв руку, он призывает объединиться весь народ, башкирский народ, на борьбу с захватчиками. Еще один из башкирских эпосов представлен в виде памятника фонтана «Семь девушек». Тоже удивительная такая история. Семь девушек. Когда их окружили и хотели взять в плен, эти девушки ушли в озеро, дружно взявшись за руки. И поэтому башкирский народ уже всегда подразумевал в своих эпосах башкирских, он говорил о свободе, о равноправии, о движении, объединении всех людей. Интересно. И еще у Уфе очень много и талантливых людей, да, людей искусства. Интересно, что в Уфе вырос Аксаков, пел Шаляпин. Для меня, мне близки, да, в моей юности это были певцы Юрий Шевчук или Земфира также. Вы не могли бы тоже рассказать немножко про музыкальные инструменты? Мы знаем, что вы тоже очень творческий человек, Юлия Аркадьевна. Ну, инструменты опять возвращаются к башкирскому эпосу, потому что наш национальный инструмент — это курай. И звучат на нем, у нас есть удивительный ансамбль кураистов. Как визитная карточка Башкортостана, когда мы выезжаем в другие области, города, республики, за границу, мы представляем Башкирию именно кураем. Удивительный ансамбль Гаскарова, гаскаровский ансамбль народного танца, где мы представляем именно танцы народов мира, ну и, конечно, наши башкирские танцы. Прекрасный оркестр симфонический, наш театр оперы и балета, в котором танцуют знаменитые, танцевали знаменитый Адольф Нуриев, это наш земляк. В Институте искусств выступал тогда, в древнем институте выступал Шаляпин. Он тоже был в нашем городе знаменитый певец. Ну и, конечно, сказав об этом, нельзя не сказать и о наших творческих поэтах, художниках. Вот вы уже сказали об Аксакове, Нестеров, который рисовал картины. Ну а я вот как раз являлась на много лет, 12 лет я вместе с редколлегией нашей и главным редактором «Кандаров» Евгения Атолова, мы издавали «Альманах. Истоки Уфа». И объединяя, опять же, объединение людей, совершенно непрофессиональных поэтов, писателей, художников, объединяли в один альманах. И они пробовали здесь свои вот эти первые шаги, писали первые стихи, выступали на первых встречах. Последний альманах у нас объединил 77 авторов. И это такой вот большой, очень хороший творческий коллектив. Очень интересно. Знаете, действительно, много знакомых моих башкир, они действительно очень талантливые люди сами по себе. И первое мое знакомство с башкирией, конечно, это было, вот вы сказали, про курай, национальный инструмент. Он особен тем, что техника исполнения на курае позволяет еще и петь горловым пением. То есть это очень создает богатое музыкальное... богатый музыкальный образ. И вот, знаете, вы еще сказали про инструмент кубыс, и у нас вопрос к телезрителям. Как вы считаете, что же это за инструмент кубыс? Духовой, струнный или ударный? Пишите свои ответы в комментариях под видео. А правильный ответ, и не просто ответ, а мы еще и продемонстрируем его, мы чуть позже. А я рада объявить, что следующим городом наши зрители выбрали в комментариях город Нефтекамск. А еще у меня вот есть вопрос к Гульнаре. Я когда была в Уфе, то я была удивлена, что так много вывесок и на башкирском языке. И потом сейчас вот я узнала уже, что все в Уфе переведено на башкирский, то есть и в школах тоже его учат. Мы не могли бы тоже на нем, может быть, что-нибудь нам рассказать? Ну, хотелось бы сказать, что башкирский язык оберегается как культурное наследие, поэтому повсюду название дублируется именно на башкирском языке. И действительно его изучают в школе. Его фонотипические особенности заключаются в глухих гортанных звуках.
Что и вот Арсений рассказывал сейчас по поводу курая и горлового пения. Вот они взаимосвязаны. Язык именно основы своей берет, наверное, именно оттуда. Вот и культурные вот эти вот, и игра на курае, и горловой пень. Все это связано с башкирским языком. И еще можно отметить, что в башкирском языке есть пословицы, которые, собственно говоря, не имеют прямого перевода, а только смысловой. Я могу вам привести пример двух пословиц. Озвучу их на башкирском, потом в переводе, и аналог русской пословицы. «Биш тенлек куя, ун тенлек зыян». «Зайца на 5 копеек, убытка на 10». Овчинка выделки не стоит. Буре балаха бурек халханда урманга парай. Волчонок лес смотрит, даже если в шапку положишь. Как волка не корми, он в лес смотрит. Вот такие вот интересные особенности у нашего языка. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Гульнара, очень интересно. Ну а сейчас пришла пора познакомиться с тем инструментом, про который мы упоминали чуть раньше, кубыс. Юлия Аркадьевна, продемонстрируйте, пожалуйста, этот инструмент, и, если можете, пару слов о нем. Но это щипковый инструмент, и мы его ударяем по нему, по маленькому язычку, и сейчас вы услышите его звучание. Я, конечно, не профессиональный игрец, но мне очень нравится этот инструмент, и на наших просторах, когда мы выезжаем на природу, когда мы поднимаемся на Уральские горы, он звучит и сразу напоминает нам огромные табуны лошадей, огромный простор нашего Башкортостана. Спасибо. Знаете, спасибо большое. Не знаю, как у других, но меня погрузило прямо в очень интересное состояние умиротворения. Кстати, наши телезрители дали верный ответ, что это щипковый инструмент. На этой интересной ноте хотелось бы перейти к следующей части нашего эфира и поговорить с вами о том, каким вы видите созидательное общество. Общество, где каждый человек был бы счастлив. Как вы считаете, Юлия Аркадьевна? Но вы знаете, я перед тем, как вот выйти в эфир, когда мне сказали, что я буду представлять нашу Уфу, я тоже запустила в нашей группе вот этот вопрос. И люди удивительно ответили на него с такой полнотой. Каждый заинтересован был. И сейчас я вот просто озвучу их общие ответы. Они тоже отвечают моему внутреннему состоянию. Ведь созидательное общество — это то общество, когда старшие... Младшие уважают старших, когда чтят, как вот мы, бортничество Гульнара говорила, 300 лет, переходя от отца к сыну, от сына, вот от дедов. Вот эта цепочка, она никогда не заканчивается, если мы вот эта преемственность поколений. И не просто уважение, но любовь и к любому из членов. Настолько у нас в Уфе 100 национальностей живут, и мы живем дружно, потому что здесь и башкиры, и татары, и украинцы, и мы никогда не делим народ, хотя башкирский язык у нас считается одним из, в школах его изучают. И очень хотелось вот сказать о социальном проекте, который тоже объединяет от мала до велика, от детей до пенсионеров. Социальный проект, в котором вот я сейчас как раз участвую, это «Путь к мечте». Это обучение творчеству, ремеслу, навыкам всех категорий населения. И здесь у нас вот эта передача знаний, у нас проводятся ярмарки, на которых каждый из творческих людей показывает свои навыки. Это и валяние, это и плетение на коклюшках,
это и рисование, это глина из изготовления большое, глины. Очень вдохновенно, очень творчески. Гульнара, а как вы считаете, какое созидательное общество? Я тоже считаю, что созидательное общество — это в первую очередь общество творческих людей. И ведь экономику, ой, части вот моей профессии, да, и как касаемо экономики, я можно вот давайте в этом русле рассмотрю. А ведь экономику тоже творят люди. И это все должно, когда люди делают на отдачу для других, для кого-то, не для себя в первую очередь, а когда это все, тогда это все множится. И вот что касается вот моей профессии, я могу сказать, что в целом формирование бюджета, на мой взгляд, может происходить и без вполне по адекватным налоговым нагрузкам на бизнес. Что я имею в виду? То есть, например, я считаю, что зарплата, она не должна облагаться никакими налогами. И эти сферы, они не пострадают ни в коей мере, потому что есть другие расходы, которые можно перенаправить на получение всем обществом высокого качества и медицины, и образования. Такие расходы — это расходы на оборону и военные расходы. Их вполне можно перенаправить. А ставки налогов можно снизить, потому что, ну, без налогов, наверное, невозможно вообще. Невозможно без налогов. Но они должны быть действительно просто адекватные. Тогда и бизнес будет открываться, и будет проявляться и в бизнесе творчество. И это вот, я считаю, что это просто забыто. При этом вспомним, что и бизнес, и такое дело оно может творить, это будет точно созидательное общество. Еще хочу добавить: от каждого по способности и каждому по труду. Да, каждому по труду. Я хотела бы тоже добавить, что в созидательном обществе, на мой взгляд, должны быть, ну, не должно быть престижных или непрестижных профессий, а все профессии, да, должны достойно оплачиваться, и зарплаты будут только высокие, либо, ну, очень высокие для тех, кто хочет работать больше именно для того, чтобы зарабатывать. И тогда в таких условиях, да, и рабочий день может сократиться, и тогда у людей появится и возможность выбрать профессию по душе, которая им нравится больше всего, то есть заниматься именно любимым делом, да. И ведь действительно тогда созидание, оно будет во всем, это и творчество, может быть, да, и бухгалтерия или экономика, да. И именно такие условия создадут вот эту среду, где люди смогут отдавать самое лучшее, то, что у них есть. Юлия Аркадьевна, а вот у меня еще к вам вопрос, как к члену редколлегии альманаха «Истоки Уфа». Каким, вы считаете, должно быть искусство и культура в созидательном обществе, СМИ в созидательном обществе? Как вы считаете, насколько важно в созидательном обществе, для созидательного общества, говорить о нравственности и человечности в искусстве, в культуре? Ну, прежде всего, люди, когда выражают свое волеизлияние, они обязательно должны его свободно. Вот у нас же записано в Конституции: свобода слова, свобода волеизлияния. То есть каждый человек, даже как наши поэты, вот мы их объединили в альманахе, и каждый из них выражал свое внутреннее состояние. Вот сегодня ему хорошо, и он писал об этом. И он радовался тому, что его признают, того, что его услышали. Также и в СМИ. Если будем мы освещать вот не то, что заказано, а то, что на самом деле идет от людей, их мнение, их восторги, их акции. Ведь очень много проводится у нас хороших, замечательных акций. Здесь вот и соревнования, здесь и творческие. У нас есть фестивали «Симфоническая ночь», где собираются на склоне возле Салавата Юлаева люди просто послушать музыку. Огромные оркестры звучат, сменяя одно другое. Певцы, которые приезжают к нам, наши Абдразаковые приезжают с удовольствием на этот фестиваль. Люди более изъявляют свободно. И поэтому СМИ, конечно, в созидательном обществе одно из немаловажных условий. Свободное СМИ, да, и свободное от, ну, то есть, чего-то негативного. Да. Спасибо.
Спасибо большое. Юлия Аркадьевна, и вообще хотелось бы спросить у наших гостей, а есть ли у вас человек с такой же активной жизненной позицией, которому близка вот эта тема созидательного общества, и которого можно было бы пригласить на наш эфир и поговорить с ним о созидательном обществе? Есть ли у вас такие люди на примете? Ну, сразу у меня приходит на ум редактор нашего альманаха Кандарова Филиза Гениатуна. Это очень творческая личность, это поэтесса, это писательница, это художник. Ее картины как раз находятся на обложках наших альманахов. Удивительный человек, многогранный человек. Спасибо, спасибо большое. Также хотелось бы обратиться к нашим телезрителям, что они тоже могут стать участниками наших эфиров, пригласить любых своих знакомых, которым близка эта тема созидательного общества. Вы можете делиться этим видео или каким-то другим видео АЛЛАТРА ТВ с хэштегами АЛЛАТРА ЮНАЙТС, АЛЛАТРА и Созидательное общество. А также пишите на почту russia@allatra.tv ваши идеи, ваши понимания о том, как может выглядеть созидательное общество. А мы очень благодарим сегодня всех, кто был с нами в этом прямом эфире, наших гостей, наших телезрителей, а также всю техническую поддержку и всех, кто готовил этот прямой эфир. Спасибо большое, он получился очень душевный и уютный, как и сама Уфа. Действительно. Спасибо. И в конце эфира хотелось бы услышать башкир. Пожелания на башкирском языке, если такое возможно. С удовольствием. Дустар. Ирек менен йератта, кунгел менен кунгел хылы. Бәхетле етеш яшей. Дөньяла яқшылык һәм барахы. Бір-біребезгә бәхет бүлек итә. Перевод. Друзья, от сердца к сердцу, от души к душе. Жить счастливо. Всем в мире и добре. Дарите счастье друг другу. Спасибо, Гульнарчик. Замечательно. Спасибо большое. На этом прекрасном пожелании. Спасибо всем. Мы не говорим вам прощайте, мы говорим до свидания. До встречи в следующих эфирах. Всего хорошего, до свидания. Всего до свидания. Всего доброго.